наш учредитель – Департамент спорта города Москвы. Вместе к новым победам! Компания «Диаспорт» помогает развитию детско-юношеского футбола. Наш партнер – футбольная академия «Чертаново». «Диаспорт» – это футбольные поля под ключ. Звоните, и назвав кодовое слово «Чертаново», вы получите хорошую скидку. Наш партнер – Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Трудовые резервы». Приветствуем вас, дорогие друзья. Ложа знаменитой, стадион арены Чертаново был подсказ, да, Леня, не фали. А вот и первый момент серьезный, и забивает. Ленинградец продрался к чужим воротам. Егор Корцов и с левой ноги на мячи. Егор Никулин с левой ноги выполняет подачу. Неплохую и удар Молчанова подрезал. Хороший пас Герчикова. Штрафной Молчанов. Надо бить. Дима в дальний угол не попадает. Стал играть головой Першин. Мяч мог обработать соперник. Ну и вот момент. Удар, и мяч летит мимо дальней штанги. Герчик. Никулин. И вот Конев! И вот момент. Хорошая подача Заварухина. И попытка бросить вперед Конева. И, в общем, довольно долго к этому мячу подбирался Баширов. Подхватывает Никулин. Атака сходу. Удар Егора в дальний угол. Очень плотный, но не хватает по-прежнему точно. Ну что ж, друзья, спасибо, что были с нами. Не самый результативный футбол, но зато боевой, настоящий. И такой, какой он и бывает в профессиональной футбольной лиге.